молодые игроки футбольного клуба «Дмитров» из Московской области на легковом автомобиле врезались в грузовик. Один спортсмен погиб, второй получил тяжелые травмы и доставлен в больницу в состоянии комы. Авария произошла накануне на автодороге А108. В результате столкновения 21-летний Егор Беляков, сидевший за рулем, погиб на месте. По словам директора команды, Дмитров погибший был очень талантливым футболистом и играл на позиции центрального полузащитника.